Качественный ремонт, уютные лечебные кабинеты, современное оборудование. Все это санаторное отделение научно-исследовательского клинического института детства, которое находится в Химках. Здесь провели капитальный ремонт, и теперь учреждение вновь помогает юным пациентам стать здоровыми. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский совместно с активистами посетили учреждение. Есть у нас физиолечение, где проводится у нас магнитотерапия, электролечение, КУФО. У нас есть также ванна сухого флуатирования, это Посейдон. Есть у нас водолечение, где гидромассажные ванны, душ Шарко, циркуляторный душ. Есть у нас четырехкамерная ванна. Также у нас есть комната психологической разгрузки. И у нас есть музыкальный зал, и проводятся, конечно же, занятия ЛФК. В санаторном отделении помогают маленьким пациентам с бронхиальной астмой, бронхолегочными заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Здесь оздоравливаются дети в возрасте от 3 до 14 лет со всего Подмосковья. Отделение рассчитано на 45 пациентов в сопровождении родителей. Ну, какие-то процедуры остались, но качество намного увеличилось. Да. Да? Питание как? Хорошо. Хорошая. Да. Палата сами, то есть комфортные, телевизоры да, есть, то есть игровые. Ну, очень здорово, очень нравится на нашем месте. Мне нравится, что нет особо такой строгой дисциплины, что можно поспать. Условия здесь настолько комфортные, что юным пациентам, которые учатся в музыкальных школах, можно продолжать заниматься. В здании расположены соляная пещера, кислородная камера, кедровая фитобочка, современные тренажеры с биологической обратной связью. Есть просторные зоны отдыха с удобной мягкой мебелью. Масштабный капитальный ремонт закончили в начале текущего года в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Капитальный ремонт проходил на протяжении года, и теперь мы видим полностью обновленное учреждение. Соответственно, все инженерные сети заменены, кровли, окна. Попасть на лечение в санаторное отделение научно-исследовательского клинического института детства можно по направлению от педиатра по показаниям. Путевка рассчитана на 14 дней. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.